Девчонки, всем привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина, и сегодня опять вам привет с моей кухни. Сегодня я буду пробовать, тестировать маску в домашнем уходе за собой. В общем, эта маска будет маска-пленка для удаления черных точек. У меня, наверное, как у многих других девушек, я надеюсь, наверное, на это, что тоже присутствуют черные точки. И вот эта вот маска-пленка, которую я вычитала, высмотрела, что прямо она творит чудеса. Я хочу ее протестировать на себе. Сегодня опять доброе утро. Вот уже пью кофе. И что нам понадобится для этой маски? Нам понадобится обычная желе, активированный уголь и вода. Там надо вообще по рецепту молоко, но что-то как-то мне не хочется это делать с молоком. Я решила тут добавить свое ноу-хау, и я сделаю это все с водой. Ну так вот, снимаю я опять на телефон, надеюсь, качество будет неплохое. И так, девочки, я сейчас размельчу таблеточки и вернусь к вам. Вот, одну таблеточку я уже почти что размельчила. Кстати, думала, они намного проще разделываются, но что-то как-то я погорячилась. Думала, активированный уголь, он прям крошится моментально. Девочки, все делаю при вас, чтобы вы не подумали, что я где-то что-то соврала. Ну так вот. Вот я это уже сделала. Вот такое у меня получилось. Высыпаю все сюда. Так, дальше по рецептуре нам нужна одна чайная ложка желе. Так, нам же чайная ложка нужна, да? Вот и делать будем, что одна чайная ложка. И вот так, вот так. Сейчас мы все это перемешаем. Та-да-да-там. Кстати, вон видите, у меня стоит рыбий жир. Хотела давно показать в инстаграме еще рыбий жир, я его стала принимать внутрь. Здесь содержится омега-3 кислоты, и они очень хорошо, как я вычитала, помогают, во-первых, женщинам в борьбе с лишним весом, потому что у них тоже большой спектр вообще витаминов, что они вот делают для организма. И, в общем, я уже одну пачку приговорила, сейчас вот приговариваю вторую. Ну, я прям реально в восторге от нее, мне нравится. Не противно, это все в таких вот, сейчас покажу, вот такие вот капсулы. Их можно, я принимаю 3 раза по 3 штучки, мне нравится. Так что, в принципе, это просто рыбий жир без всяких добавок. Хочу в следующий раз попробовать с какими-нибудь добавочками. Ну, так вот, опять отошла от темы. Нашу песню не задушишь, не убьешь, называется. Ну вот. Вот такое вот у нас получилось. Сейчас мы берем одну чайную ложку воды. Та-да-да-да. Сейчас я это все перемешаю. Слушайте, наверное, тут надо чуть побольше воды. Ну-ка я еще чуть-чуть. Девочки. Представьте себе. Она должна вообще получиться такой кашицей. И когда потом уже... Ну да, вот у меня получается кашу побольше. Тут даже можно не только на носик сделать. Тут можно будет еще и на лобик сделать эту масочку. Вот такой вот получилась кашица черненького цвета. Сейчас я ее растоплю в микроволновке на 10 секунд и посмотрим, что будет дальше. Ну вот, девочки, я ее растопила. Мы сегодня... Вам привет от моего сына, он рядышком гуляет. Со мной тут лазит. Вот такое вот получилось. Мне кажется, жидкое очень сильно. Сейчас она чуть-чуть остынет, и я ее нанесу на носик. И надеюсь, я буду от этого в восторге. Давай, девочка. Так что нам что понадобилось? Нам понадобился активированный уголь 2 таблетки, обычный желатин 2 столовые ложки и вода. Ну, здесь я добавила 3 чайные ложки воды, как вы поняли, чтобы получилось вот это. Сейчас ее буду наносить на распаренную кожу
носа, лба и подбородка. И что еще буду делать? И наносить я ее буду вбивающими движениями для того, чтобы она хорошенько проникла именно в поры. Так что вот так вот, девочки. Если вам понравилась данная маска, конечно же, и вы захотите ее попробовать, поставьте мне лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Не забывайте подписываться на меня в Instagram, чтобы там тоже не пропустить какие-то новые интересные события из моей жизни. Берегите себя и своих близких. А с вами была ваша Ира. Всех люблю, целую. До новых видео. Всем пока-пока.